5 годам колонии приговорили бывшего замначальника ДВД Актюбинской области. Алтая Аншибаева признали виновным в растрате и хищении почти 13 миллионов тенге, которые были предназначены для ремонта зданий и отделов полиции. Кроме того, суд лишил экс-полицейского звания полковника и запретил ему пожизненно занимать должности в госорганах. Также Алтай Аншибаев должен будет возместить остаток причиненного ущерба, это 5,5 миллионов тенге. Около 7,5 миллионов уже вернули компания-подрядчик и родственник осужденного. При вынесении приговора суд учел наличие несовершеннолетних детей, отсутствие судимости и состояние здоровья бывшего высокопоставленного полицейского. У него цирроз печени, онкологической этиологии. Сторона защиты и сам осужденный не согласны с приговором. Они намерены его обжаловать и считают, что дело сфабриковано. Я считаю, что мой брат, единственная его вина, это является, он вовремя не освободил место замначальника ДВД по желанию начальника ДВД. Он неоднократно угрожал моему брату. Это все было отражено в судебном расследовании. Полностью уголовное дело сфабриковано. И вот сейчас мы, как вы видите, все это являлось 5 лет лишения свободы.